Сейчас идет этап выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва, который завершится 23 июля в 12 часов ночи. Кампания идет не очень активно, поскольку на данный момент всего 3 человека подали документы о согласии баллотироваться. Это Роман Исаев, лидер регионального отделения ЛДПР, Снежана Гахраманова, член Социалистической политической партии «Справедливая Россия. Патриоты за правду», и Антон Басанский, выдвинутый политической партией «Единая Россия». Этим кандидатам выдали разрешение на открытие специальных избирательных счетов, чтобы они могли проводить финансирование своей кампании, а также контрольная ревизионная служба проверяет все документы, а также те сведения, которые они подали. Это источники дохода, это доход, это имущество, движимое, недвижимое имущество, имущество за рубежом, крупные расходы, судимость, профессиональное образование и другие документы. Следующий этап – это сбор подписей в поддержку кандидата. Их количество должно составлять в сумме не менее 1% от числа избирателей округа. Затем будет проходить регистрация кандидатов, которая означает официальное подтверждение статуса кандидатов организаторами выборов. И завершится она 4 августа в 6 часов вечера.